Здравствуйте, в эфире информационный выпуск «День за днем» в студии Олег Соловьев. Смотрите сегодня в выпуске. Программа «Комфортная городская среда» в Десногорске идет по плану. В 2020 году в рамках «Комфортной городской среды» приступили к работам уже в конце марта. А в этом году планируется к реализации 4 дворовых территории. Новые ограничения движения городского общественного транспорта. Это вынужденная мера, принятая для противодействия распространению коронавирусной инфекции и улучшения эпидемиологической ситуации в целом. Соблюдение мер безопасности программа «Комфортная городская среда» в Десногорске идет согласно графику. В этом году ремонт проходит на 4 дворовых территориях. Первый микрорайон дом 12, второй микрорайон дом 2, дом 18 и дом 7. На 3 территориях работы уже ведутся полным ходом. Подготовительные работы на доме 2 микрорайона доме 18 и на первом микрорайоне дом 12 уже выполнены. В этом же году отремонтируют и пешеходный участок в 3 микрорайоне между 3 и 4 школами и детскими садами. К общественной территории подрядчик готов приступить уже на следующей неделе. Летнее расписание движения автобусов в Десногорске лишилось 3 своих маршрутов. Постановлением администрации от 15 апреля автобусы с посадкой на городском автовокзале отменены в сторону дачного товарищества «Николаевское» с остановкой «Городское кладбище». Отмена действует также в сторону товарищества «Надежда» и в направлении «Профилактория». Отмена автобусного сообщения между городом Десногорском и садоводческими товариществами, дачными кооперативами – это вынужденная мера, принятая для противодействия распространению коронавирусной инфекции и улучшения эпидемиологической ситуации в целом. Ограничения действуют 16 апреля до особого распоряжения. На этом выпуск завершен. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго!